Дорогие друзья, добрый вечер. Мы вас очень-очень рады видеть здесь, на этой сцене клуба Алексея Семеновича Козлова. Кстати, 22 марта мы будем играть концерт в его честь. Состав участников я вам пока не скажу, чтобы сохранить интригу, но поклонники Алексея Козлова, пожалуйста, вы можете эту дату сразу записать, занести в свой календарь. Мы вас с большим удовольствием ждем. Надеюсь, будет много музыкальных подарков, сюрпризов. А сейчас, пока у нас будут первые музыкальные облачка, я вам представлю своих дорогих друзей, которые сегодня играют для вас. Так. Ансамбль «Джамп», группа «Джамп», секта «Джамп». Дорогие друзья, клавишный рояль Дмитрий Лугдин. Сегодня на бас-гитаре Игорь Иванушкин. Сегодня на барабанах Вартан Бабаян. Себя ненавижу, объявляю. Если разойдусь, может быть, в конце представлю. Добрый вечер, дорогие друзья! Do-do-do.
Сейчас мы сыграем в другом стиле композицию. Ну, вы уж нас простите, у нас вот как-то такая ансамблевая традиция. Ну, очень нравится, ничего не можем с собой поделать. Надеюсь, я ответила всех ребят. Сейчас мы сыграем джазовую композицию, она называется «Иное имя». Ну, она была по роману написана очень известному, я думаю, ну, вы поймете сами, поэтому можно я не скажу, а вы, может быть, с какими-то догадками потом мы с вами поболтаем об этом. Thank you.
Thank you.
друзья, эта композиция называется «Иное имя». Ну, Роман, вы угадали? Будут версии? Идиот. Ну, идиот, да, это. Нет, не идиот. Почти. Еще версия. Идиот, там цвет другой, понимаете? Конкретно. Больше не будет? Да, что это, кстати, да, в вашем духе. Еще версии будут? Где Валер? Пускай это пока останется загадкой, и будем ждать ваших версий. А сейчас я пойду за рояль и от души вам сыграю. Нет, не сейчас я пойду за рояль, а через одну вещь. А сейчас у нас, да, сейчас у нас Игорь Иванович. Я решила, что я буду делать. Мы бы с удовольствием хотели спеть очень красивую песню Дмитрия Логдина. Она называется «Places». You are my life.
завтрашнего рано. А то вдруг. А то вдруг в кредит. Thank you.
друзья, я с удовольствием приглашаю пианиста Дмитрия Лугдина сюда. Сейчас мы вам сыграем этноблюз. Thank you.
Yeah.
нас конец первого отделения. После перерыва будет второе. Еще раз позвольте представить Дмитрий Лугин, рояль клавишная. Игорь Иванушкин, бас-гитара. Вартан Бабаян, барабаны. Все остальное, Анна Королева, на перерыв. Спасибо. Дорогие друзья, ну я надеюсь, вы немножко отдохнули. И мы с удовольствием продолжаем наш концерт. Дорогие друзья, сейчас я хотела бы предоставить возможность сыграть ребятам композицию Дмитрия Лугдина. Она называется «Никитский бульвар». Кстати, у Димы есть его проект, его трио, которое называется «Никитский бульвар». И в орбите есть пластинка с этим названием, альбом. И это для меня лично, вот и для многих людей, это очень красивая музыка, она особенная. И я вас с удовольствием приглашаю сюда 28 января на сольный концерт Дмитрия Лугдина, его трио «Никитский бульвар». А сейчас композиция «Никитский бульвар», пожалуйста. Thank you.
Thank you.
прервем сейчас ненадолго, покинем сцену, потому что у меня для вас подарок. Я хочу пригласить на эту сцену очень талантливого, профессионального музыканта, пианиста. Ничего говорить не буду, ребята, это бесполезно. Лучше вы все это увидите и услышите. Итак, встречайте, Валерий Степанов! Thank you.
наши друзья. А, ну что же, я думаю, что надо спеть Господ, правильно? Димочка, ты где? Так, по-моему, там некое масонство фортепиано завязалось. Аккорды спрашивают. Да, сейчас. Андрюша, куда ты побежишь? Дима! Дорогие друзья, ну вот спросила я у Валеры, когда у него здесь будет концерт, ну поскольку у вас в связи с некоторыми его выступлениями, может быть, в апреле, но следите. Вот. Если увидите сольный концерт, все прибегайте. Вот, и напоминаю, что концерт трио Дмитрия Лугдина будет 28 января. Ну что же, а сейчас Gospel, all people will be together just now, just anytime. All heart, all human soul, and human mind. And I saw to
Значит, время отдышаться, а если долго мы стоим, значит, время.
лица и от лица всех музыкантов, которые сегодня играли, мы от всей души хотим вам пожелать, в первую очередь, здоровья, счастья. А остальное будет так, как вы захотите. Спасибо!